Реванш у быть. Магомед Исмаилов и Владимир Минеев готовятся к бою. Самый ожидаемый поединок года в российском ММА состоится завтра вечером в Сочи. Оба спортсмена смогли уложиться в среднюю весовую категорию. Обладатель чемпионского пояса Минеев показал на весах 84 килограмма и 400 граммов. Он оказался немного тяжелее дагестанца. Напомним, что первое противостояние этих бойцов состоялось в октябре 2018 года и завершилось ничейным результатом.